Всем привет! В этом видео я сделала подборку 8 товаров с AliExpress для наших любимых питомцев. Начнем с кормушек и поилок. И первая автоматическая кормушка самая большая в этой подборке. Два контейнера, один для воды емкостью 1 литр, второй для сухого корма, в него вмещается почти 3 литра сухого корма. Удобная и простая, сделанная из качественного пищевого пластика, смотрится очень неплохо. У продавца много положительных отзывов. Удобная и простая, насыпал корма, залил воды, и можешь гулять смело пару дней. Но не забывайте, вы должны следить за здоровьем своего питомца, и лучше сыпать еды поменьше, иногда оставляя миску пустой. Сделанная из качественного пищевого пластика, смотрится очень современно. Еще одна автоматическая кормушка и поилка для кошек. Ее достоинствами является в первую очередь стильный вид и большая емкость контейнера. Удобная для использования, с хорошо продуманной эргономикой. Если вы захотите, чтобы у вас была такая кормушка и поилка, вам надо будет купить их пару, для воды и для корма. Легко собирается и разбирается. Для того, чтобы насыпать корм или налить воды, достаточно снять крышку. Следующая кормушка для тех, кто предпочитает простые решения. Это просто миски и подставки. Но согласитесь, вместе эти мисочки и подставка выглядят шикарно. В дизайне этой кормушки все продумано, она будет гармонично смотреться в вашем интерьере, а вашей кошке будет удобно есть с приподнятой над полом мисочки. В магазине можно купить миски в нескольких цветах и в удобной для вас комплектации. Теперь о наведении красоты на наших красавиц и красавцев. Щетки для вычесывания шерсти. Первое – это щетка с необычным дизайном. Красиво изогнутая, с зеркальцем, стильная, с отличной эргономикой, она очень удобно лежит в руке. Эта щетка понравится и вам, и вашему питомцу. Шерсть легко убирается, и чистить эту щетку совсем не сложно. К вам эта щетка придет в симпатичной твердой коробочке. Если у ваших друзей есть любимый питомец, они будут рады такому подарку. Следующая щетка выполнена как рукавица. Конечно, это удобно, вы просто гладите свою кошечку или кота и вычесываете лишнюю шерсть. Сделана из мягкого силикона. С перчатки шерсть снимается одним пластом, очень удобно. Легко моется и чистится. Это достаточно бюджетный вариант. В магазине эта щетка представлена в нескольких цветах. Отзывы покупателей в магазине благожелательны. Рюкзак для переноски кошек. Не всем удобно ходить с переноской в руках, и кошка спокойнее переносит путешествия. Рюкзак имеет окно, через которое кошка может наблюдать за окружающей обстановкой и чувствовать себя комфортно. По желанию, вы можете ставить либо иллюминатор из прозрачного пластика, либо решетку, если погода очень жаркая. В комплект входит сам рюкзак, коврик, иллюминатор и решетка. Магазин предлагает товар в нескольких цветах. Следующий товар, несомненно, порадует вашего царапку. Это интересная когтеточка. Сделана в виде маленькой напольной лежаночки. Материал – прочная гофрированная бумага с небольшим запахом кошачьей мяты. Эта когтеточка отвлечет вашу кошку от мыслей поцарапать мебель. Абсолютно нетоксично. Играя с ней, кошка уже не станет выпускать свои коготки в обивку дивана. В магазине представлены и другие когтеточки из этого материала. Обязательно посмотрите, и несомненно что-то привлечет ваше внимание. И восьмой товар немного необычен. Он подойдет тем, кто любит самостоятельно мастерить что-нибудь для своего питомца. Называется этот материал сизаль. Это прочная веревка из высушенных и отбеленных волокон некоторых видов агавы. Звучит необычно, правда? Когда-то из сизали делали оснастку и канаты для парусных судов. С помощью этого материала
можно самостоятельно изготовить когтеточку своей кошки. Самый простой вариант – плотно обмотать сизалем ножку стула или стола. Это прочный, долговечный и экологичный материал. Если вам понравилась эта подборка, вы можете подписаться на канал и поставить лайк. Благодарю за ваше внимание. Ссылки на товары находятся под этим видео.